Я обычно как-то своими словами, но здесь цитата, поэтому... Я не работаю для небольшой горстки музыкантов и несчастных, маргинально настроенных любителей современной музыки, кому просто созвучны скрежещущие звучания авангардной современной музыки. Автор цитаты, композитор Павел Карманов. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Я специально, чтобы ничего не исказиться. Ох, ну, в общем, что, придется отдуваться теперь, значит, за сказанные глупости, как это часто бывает в жизни любого, наверное, творческого человека. Добрый вечер, Павел Карманов здесь с вами. Очень приятно, отличная компания, теплый вечерок. Хорошо, вступление неплохое, принято. А вы когда сочиняете музыку, вы знаете, кто ее будет слушать? Широкий человек в широком смысле этого слова, но обезображенный печатью как некоторого интеллекта, как мне хотелось бы. Но и без интеллекта тоже можно, нормально. Ну, просто я знаю, что вы пишете музыку для кино, для телевидения, для рекламы, в общем, ну, везде, где ее просят. Рядом с вашим именем часто стоит слово «минимализм», как стиль музыкальный. Правильно ли это? Ваше ли это? Вот ну, на сегодня. Стоит, значит, пусть будет. В действительности, понимаете, вот это моя любовь к так называемому минимальному музицированию и к минимализме музыки. Это, так сказать, это такая узкая вещь. И минимализмом я пользуюсь как краской, как неким методом иногда написания. А потом, как бы, когда ты занимаешься минимализмом, это, знаете, такое музыкальное монашество. Громко звучит, но, тем не менее, это, в общем, как бы так. Ты себе не разрешаешь очень многие вещи, сужаешь, как бы, сознательно круг своих возможностей. И вот этим минимумом ты пытаешься достучаться до очень больших вещей. И как раз именно поэтому минимализм часто бывает над миром, как бы вот в сюжете, в картинке, в кино. Минимализм музыки также нужно понимать, как минимализм в других видах искусства, например, не знаю, в архитектуре или в дизайне, где просто в комнате очень мало предметов. Понимаете, вот самоограничение, да. Это вот, видимо, свойственно разным вариантам минимализма в разных областях искусства. Но в музыке это совершенно особое явление. Минималист — это скорее такой человек, обращенный к таймлэпсам произрастающих каких-то мхов, которые вот быстро такие растут. И мы, в общем, скорее не о горестях человеческих и страстях там, и прочих вещах, скорее о таких вот надмирных божественных вещах. Я почему привел пример, вернее, попытался сравнить это с изобразительным искусством, потому что там понятно, там просто малое количество предметов на какую-то единицу площади, да? А в музыке, наверное, так невозможно. Расставить ноты далеко друг от друга, и получится минимализм. Ну что вы. Вот. Нет, конечно, ноты расставляют, инструменты где могут быть где угодно, в огромном пространстве. Потому что не хотелось бы, чтобы все думали, что минимализм — это вот то, что сейчас многие называют неоклассика. Это не совсем то. Я скорее минималист, чем неоклассик. Я, короче, вот к этому отношения стараюсь не иметь. Потому что неоклассика вообще, чтобы мы понимали, это Стравинский, Прокофьев, Демид и так далее. Есть совершенно определенный период. А сейчас происходит какая-то абсолютно подмена понятия. Так что давайте бросать это дурацкое слово. Я призываю всех. Я предлагаю бросить его не просто так, а следующим образом. Чисто случайно у нас в студии оказался рояль, который за моей спиной, инструмент. Да. Если вы согласились бы поиграть, то может быть уже какой-то более предметный разговор. Ой, я скажу вам, что я, конечно, небольшой пианист. Я не являюсь тем специально обученным человеком. Но я попробую что-то изобразить.
А что это было? Это такая была легкая, вольная импровизация на тему музыки из фильма «Большой» Валерия Тодоровского про большой театр, про балерин. Я-то мы сказали, что это импровизация, то есть, соответственно, это отличается от того, что вошло в сам фильм, а следующее отличается я от этого. Я сегодня не взял ноты, так что я играл импровизацию как-то вольно, немножко косноязычно, приношу извинения во-первых, за кривость. Кстати, Павел, во-первых, мы узнали, что такое минимализм. Ну, во всяком случае, то, что узнали, мы прикоснулись так чуть-чуть. Конечно, конечно, тут надо произнести слово медитативность. Это вообще присущие вещи не только минимализму, а многим другим стилям музыки. Господа, слушайте минимализм, не бойтесь, что там много повторов. Это не волнуйтесь, что это долго длится и никак не закончится, но это призвано. Это музыка для того, чтобы вы отбросили ненужную суету и... медитировали. В общем, медитировали и где-то отдохнули. Вообще, я вам скажу, терапевтический эффект минимализма, он очень большой. Вот. А я, поскольку я занимаюсь только музыкой такой позитивной, мою музыку стали использовать люди в качестве такой терапии, слушают и говорят, что лечатся. Вот я думаю, что неплохо было бы организовать... стартап какой-то вот с вот еще... музыкальной терапией. Это исполняется, ну, хорошо, не именно это. Вообще, ваша музыка исполняется и на концертах в том числе. Не только она для чего-то, для кино, для телевидения, для там, театра или для рекламы. В концертах. Не только. Я не знаю, как ответить. У меня много всякой разной. Для всего я вообще стараюсь, знаете, предназначение композитора, наверное, это наследить, побольше наследия оставить. Ну, сейчас, но сейчас у меня какой-то происходит невероятный подъем и в жизни, и в работе. Выходят записи, я снимаю какие-то так называемые видосы. И, в общем, ну, даже этим увлечен в каком-то смысле. Потому что это новая такая, знаете, форма общения с людьми. Да и мы не без греха, в общем, точно. Ну, я понимаю, а я из себя вполне стал ощущать какой-то такой СМИ. Причем с разной тематикой. Я сейчас хвастаюсь, давайте я лучше вас послушаю, потому что нет, я сейчас говорю много того, чего. Нет, все замечательно. Было бы стыдно. Павел, спасибо большое, во-первых, что вы все-таки рассказали о том, что такое минимализм. Далеко не все понимают это. Понятно, своими что... словами. Я, конечно, не Владимир Мартынов, но могу тоже сказать. Во всяком случае. Имею. Так. Это я уже сказал, да. А ведь главное не объяснить все, а главное зародить интерес в ком-то. А это точно сегодня сделано. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, рад знакомству. Очень благодарю спасибо. Вас. Взаимно.